sen oli kimnidir baxt quchar-kan kimnidir dard quchar-kan sabr qilsang bir kuni barchasi o'tar-kan bu dunyo armonli bu dunyo sen oli kim yashar kulgu bilan kim yashar qayg'u bilan sabr qilsang bir kuni barchasi o'tarkan barchasiga yurak chidarkan dengizsizni sotsak yig'lamang kimdir yolg'on tuhmat otsa yig'lamang bu sinov yuragingiz tirnamang dunyo kulfat berar umr yo'llarida bizni sinov o'tarkan bu dunyo armonli bu dunyo sinovli hayot kimga omad berar hayot kimga kulfat berar umr yo'llarida bizni sinov o'tarkan bu dunyo armonli bu dunyo sinovli hayot kimni sinar ekan hayot kimni siylar ekan sabr qilsang bir kuni barchasi o'tarkan sinovlarga yurak chidarkan sinovlar jonga botsa yig'lamang boshingizdan omad ketsa yig'lamang bu sinov yuragingiz tirnamang dunyo Результат. Извините, здравствуйте, вы от Киркалычев? Здравствуйте, да, это я. Вы учитель истории? Ага. Чем могу помочь? Мы знакомы? Меня зовут Адиба. Я сценарист. Угу. Хотела написать сценарий о жизни учителей. Про учителей? Отличная идея. Значит, и про нас снимут фильм. Да. Поэтому я хотела с вами побеседовать. Что я вам могу сказать? У нас много наставников. Может, с ними поговорите. Они много чему добились в жизни. Может, напишите о них. Думаю, от моей истории получится не совсем интересный сценарий. Нет, я хотела именно с вами побеседовать. Я считаю, что в наши дни мужчины... Все реже и реже становятся учителями. Но вы с мужеством продолжаете работать учителем. Это очень похвально. Поэтому вы тот самый герой, которого я искала. Ясно. Тогда давайте в аудиторию поставим первые кирпичи для вашего сценария. Хорошо. Пожалуйста. Очень красивый класс. Здесь все об истории, о прошлом. Очень интересно. Спасибо.
Пожалуйста, садитесь. Спасибо. Начнем? Так. Значит, начнем? Пожалуйста. Знаете, мой отец тоже был учителем. Брат тоже учился по этому направлению, но после окончания он не пошел по стопам отца, а выбрал бизнес. Мой первый вопрос. Почему вы выбрали эту профессию? Так, у меня много причин, почему я выбрал именно это направление. Мой отец тоже был учителем. Он работал преподавателем до пенсионного возраста. Вы правы, в наши дни многие мужчины не хотят стать учителями. Конечно, это плохо. Но я лично с самого детства хотел стать учителем. Хотел стать примерным и преданным своей работе преподавателем. Мне очень нравится моя работа. Знаете, Адиба, семья — это крепость. Учебные заведения тоже как одна семья, на мой взгляд. В семье роль матери и отца одинаково важны. Точно так же мужчины и женщины-учителя имеют свои места в образовании молодежи. Понятно. Спасибо. Давайте продолжим нашу беседу о воспоминаниях, о вашем первом рабочем дне. Хорошо. Я как вчера помню этот день. Здравствуйте. Здравствуйте. Заходите, Уткерджон, садитесь. Как вы? Хорошо, спасибо. Как настроение? Отлично, спасибо. Как вы сами? Я посмотрела ваши документы. Угу. Вы окончили Национальный университет с отличием. Волнуетесь? Честно говоря, да. Это естественно. Быть учителем — дело непростое, довольно ответственное. Есть свои трудности. Нигора Маматовна, вы не переживайте. Дай бог, справлюсь. Потому что мои родители тоже были учителями. Значит, идете по стопам своих родителей. Да. Очень хорошо. Тогда давайте я вас познакомлю с вашими студентами. Хорошо, я готов. Третий курс. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Садитесь. Как у вас настроение? Поздравляю с первым учебным днем. С сегодняшнего дня Уткербек Кличев будет вашим куратором и преподавателем истории. Всем понятно? А где Гульнара Саидовна? Она вышла на декрет. На третьем курсе Уткербек Кличев будет вашим куратором. Есть вопросы? Если все ясно, Уткербек, можете приступать к работе. Спасибо. Тихо. Это что за поведение? Надеюсь, вы уже достаточно повзрослели. Тех, кто думает, что у Уткербека нет опыта, якобы он новичок, я лично вызову к себе. Всем понятно? Да, кстати, Уткерджон, Мохинур — моя дочка. Обращайтесь со всеми одинаково. Я понял. Ну ладно, удачи вам. Огромное спасибо. Да. Есть еще одна новость. Лучше эту новость пусть они услышат от вас. Вы сами им объясните. Пожалуйста. Пожалуйста, сами скажите. Я уже сказала свое. От Уткербека услышите. Удачи вам. И сил вам. Спасибо. Мохинур. Твоя мама и дома такая строгая. А что тебе, если она строгая? Я ее знаю, она очень заботливая. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Садитесь.
Дети, с сегодняшнего дня теперь вы не только мои ученики, но и мои дети, потому что с вами мой сын тоже учится. Быть ребенком учителя значит быть учеником вдвойне. Будете учиться изо всех сил и станете отличниками. Вы будете учиться и для меня, и для самих себя. Дети учителей должны получать только хорошие оценки. Вы меня поняли? Да. Давайте тогда начнем наш сегодняшний урок. Теперь папа от Киры будет нас учить, да? Ему повезло. У него будут только пятерки. Откер, теперь твой папа будет нашим учителем, что ли? Угу. Оказывается, вы самая лучшая группа в колледже. Это правда? Да, вам не солгали. Мы самая лучшая группа. К тому же, вы по хулиганству тоже на первом месте. Давайте познакомимся поближе. Так. Ахмедов? Здесь? Абдухамидов? Я? Хорошо. Мухаммадиева? Здесь. Смаилов? Здесь. Хорошо. Так, теперь перейдем к новостям. В колледже скоро пройдет конкурс среди умных, способных и одаренных девушек. Мы должны выбрать отличницу нашей группы, которая успевает по всем предметам. Салим, что ты скажешь? Даже не знаю. У нас все хорошо учатся. Ну, Махинур только высокие оценки, ни одной четверки. Всегда и везде Махинур, только Махинур. Хорошо быть дочерью директрисы. Правда? Что ты говоришь? Ты тоже хочешь поучаствовать? А что? Чем я хуже нее? У тебя меньше знаний. Да, рано делать выводы. Я тоже так думаю. Значит, в конкурсе будет участвовать Махинур Мухаммадиева. Вот, Киша Адманович, можно я тоже поучаствую в конкурсе? Если она будет участвовать, я не буду. Я согласна, если она примет участие. Нет. Садитесь обе. Я посоветуюсь с руководством. Если они согласятся на две участницы из одной группы, пожалуйста, можете обе участвовать. А если не согласятся, мы вместе с группой это обсудим. Договорились? Можно. Заходите. Добрый день. Мархабо Рашидовна. Мы с моими студентами обсуждали тему конкурса. Простите, я немного задержался. Ничего страшного. Мне пора. Спасибо вам. Пожалуйста. Твои действия очень слабы. Ты должен заранее чувствовать удар своего соперника. Даже на тренировке? Всему учишься именно на тренировке, а правой рукой вообще не двигаешь. Ударился, что ли? Вчера много бил правой. Немного болит. Не трать энергию впустую, а то утомишься. Самое главное – это удар. Чтобы победить, не обязательно тренироваться 24 часа в сутки. Думай умом. Ты должен заставлять своего соперника чувствовать свою силу. Хорошо, мои труды должны дать результат. Обязательно дадут. Главное – чувствуй ответственность. К тому же, до чемпионата осталось совсем немного. Давай продолжим. Хорошо, хорошо. Отлично. Мафтуна! Мафтуна, стой! Мафтуна! Не слышишь, что ли? Чего не останавливаешься? Ты опять опоздал. Прости, было много уроков. Ты всегда так говоришь. Мама забрала бы меня раньше всех. А ты? Ладно, больше не повторится. Хочешь, куплю тебе хот-дог или шоколадку. У тебя же мало денег.
можешь купить только одно. Ах, моя умница. Ладно, пошли. Не обижайся. Все будет хорошо. Мама скоро вернется. Хорошо. Да, пошли. Ходишь на внешкольные занятия? Нет, одному не хочется. Ну, тогда иди с друзьями. Ладно, мама. Вкусные пряники. С мальчиками не дерешься? Нет. Здравствуйте, мама. Здравствуй, дочка. Как ты? Неплохо. Мама, завтра сходим в магазин. Откуда такое предложение? У меня же скоро соревнование. Я же не буду ходить с такими пакетами. Вы же сами сказали, что купите мне спортивный рюкзак. Куплю. Конечно, куплю, сынок. Мохинур, тебе тоже что-то нужно? Нет, мама. Мне ничего не нужно. Дочка, ну что с тобой? Что случилось? Или кто-то обидел тебя? Мама, вы так быстро догадываетесь. Я же твоя мать. Материнское сердце всегда чувствует. Если кто-то тебя обидит, скажи мне. Я сам с ним разберусь. Ты мой спортсмен. А теперь выкладывай. В чем дело? Оказывается, я хвастунья. И кто так сказал? Азиза, однокурсница. Она говорит, что я хвастаюсь своими знаниями. Когда учитель спросил домашнее задание, она не смогла ответить, а я подняла руку, хотела ответить. Она сказала, что я выдала себя за знатока. Это же клевета. Не бери в голову, дочка. Не обращай внимания. Она сама не смогла ответить. Ей, наверное, стало стыдно и от обиды наговорила всякого. Самое главное – это твоя учеба, твои знания. Вот увидишь, от зависти. На следующий урок она подготовится как можно лучше. Постарается учиться хорошо. Вот увидишь, доченька. Все наладится. Думаете так? Конечно, милая. Ты не расстраивайся из-за этого. Вы скоро помиритесь. Бывают и такие случаи среди студентов. Да, кстати, мама, скоро будет конкурс. Наш куратор сказал, что и я буду участвовать. Это здорово. Да. Это классно! Ты должна подготовиться лучше всех, чтобы победить. Да. Ты должна подготовиться изо всех сил. Да, мамочка. Все, уходишь? Ладно, мама, я пошел. Но ты не покушал плотно. Спасибо, мама, хватит. Перед занятиями нельзя плотно кушать. После тренировки можно, мама. Ну ладно, иди. Сил тебе. Ты тоже давай. Не трать время впустую. Иди в свою комнату и переодевайся. У меня собрание в колледже 5 часов. Хорошо, мама. Свари демляму на ужин, пожалуйста. Ты знаешь, брат обожает это блюдо. Хорошо, мамочка. Хорошего вам дня. Сынок, выпей чаю. Спасибо, мама. Не утомляешься на работе? Нет, постепенно привыкаю. Ты мой мальчик. Каково это быть учителем? Тебе не трудно? Здрасте, пап. Специально такой вопрос, да? Ты чего, сынок? Чай. Просто мне стало интересно. Человек, который работал учителем 45 лет, знает лучше, чем я, что эта работа нелегкая. Да, конечно. Но ты будь терпелив к трудностям. Обязательно увидишь плоды своих трудов, особенно тогда, когда твои ученики станут умными, успешными людьми, и они поблагодарят тебя. Все пережитые трудности просто забудутся. Да. Ты почувствуешь себя самым счастливым человеком на свете. Ты прав, дорогой. Ой, наша солнышко вернулась. Моя принцесса. Иди ко мне. Ассаламу алейкум. Как прошел день, солнышко мое? Я тоже очень соскучился. Иди к дедушке. Иди. Иди, доченька. Умница моя, моя красавица. Ведь я же тоже соскучился по тебе. А ты? Куда сходили? Мы с мамой.
мамой ходили к врачу. Дочка, все в порядке? Мама, чай, пожалуйста. Спасибо. Сынок, Эльёр в последнее время очень поздно приходит. Поговори с ним. Ладно, мама. Обязательно поговорю. Мама, Эльёр уже не маленький ребенок. Наверное, гуляет с друзьями. Дочка, я просто не хочу, чтобы он связался с плохими парнями. Позднее раскаяние не спасает, говорят. По-вашему, он связался с плохими парнями, а я об этом не знаю. Эй, перестань. Наказывать легче, воспитывать труднее. Он не в первый раз приходит так поздно. И еще вы разрешили ему ехать в колледж на машине. Мама, вы специально затеваете ссору? Заткнись, я тебе говорю. Мама правильно сказала. Ты слишком многое ему позволяешь. Ты тоже в ответе за его поведение. К тому же, его ровесники ездят на машине. На самом деле, это плюс тебе. Если ездить на машине принесет репутацию, наш сосед Салим тоже купил своему сыну машину. За неделю он попал в аварию и теперь ходит с палкой. Такой славный парень теперь стал калекой. Ну ладно, говорите, что хотите. Теперь он будет на автобусе ездить. Здравствуйте. Здравствуй, сынок. Как ты? Как ты, сынок? Слушай, где ты? У друга? После лекции зашли к нему домой и сделали домашку. А точнее, у кого? У Шасалима. Вот видите, мамочка, они делали домашнее задание. Мама, помните, мы тоже с друзьями заходили друг к другу и делали домашнее задание все вместе, а утром возвращались по домам. Да. Но в те времена младшие уважали старших. Ладно. Главное, ты цел. Слава Богу. Мама, что вы несете? Мама просто волнуется за него. Конечно, волнуюсь за внука. Конечно. Больше так не опаздывай. Возвращайся пораньше, понял? Да, понял? Сынок, попей чаю. Сейчас принесу суп. Спасибо, мама. Наверное, проголодался. Как успехи? Хорошо. Какие у тебя оценки? Отлично. С уроками справляешься? Да, справляюсь. Ну-ка, а это реши? Сейчас, минутку. Мафтуна. 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 Тетя зовет. Да, тетя. Быстро помой посуду. Быстро. Ладно, тетя зовет. Ага, иди, хорошо. Хорошо. Здорово. Нормально. Шахло, Мафтуна моет посуду. Почему ты так сидишь? Вставай и помоги. Ну, вставай. Уф. Мама, можно я поиграю на улице? Да, давайте, поиграйте. Сестра, прогуляемся?
Дочка, Мафтуна тебе помогает. Почему свою дочь не учишь домашним делам? Могла бы помочь ей. Девочку надо приучать к дому, а не к улице. Мама, они вышли немного поиграть, и все. А не привязываться к улице. Это ваша дочь уехала познавать уличную жизнь. Иначе посмела бы бросить своих детей и уехать в чужой город. Она уехала ради своих детей, зарабатывать себе на жизнь. Если бы ее муж был жив, если бы он не умер так рано, она бы не уехала. Мама, ну что за чушь вы несете? Порядочной женщине и здесь нашлась бы хорошая работа, понятно? Знаешь, все ушли в кино. Я им солгала, что у меня не осталось денег. Ты бы могла с ними пойти. Не могу, ты же знаешь. Мама поздно приходит с работы. Пока она на работе, я должна делать домашние дела, задания и готовить ужин. Да, ты похожа на рабыню Изауру из сериала. Да, точно. Твоя мама очень строгая. Она и дома такая строгая, да? Нет, ни капли. Она очень заботливая. Мохи. Мохи, я тебя спрашиваю. Она и дома такая строгая, да? Ты права. Строгость в ее характере. Но она одна из самых заботливых матерей. За нас она готова жизнь отдать. Она нам и мать, и отец, ты же знаешь. Может, поэтому она иногда так строго поступает с нами. Да уж. Ой, который час? Сейчас посмотрим. 3 часа. Чего ты так заволновалась? Мы так заболтались, я не заметила, как прошло время. У меня полно дел. Я пошла. Ну ладно, до завтра. Мама, я очень скучаю по вас. Знаю, и вы скучаете. Возвращайтесь скорее. Мама, я вас увижу во сне. Я тебе перезвоню, как только освобожусь. Жду одного знакомого. Ага. А ты пока займись делами. Ладно, созвонимся. Салют. А, салют. Как ты? Хорошо, спасибо. Как ты сам? Неплохо, спасибо. Как дела? Тоже неплохо. Как у тебя? Хорошо, постепенно привыкаю. Не трудно с ребятами? Нет. Отлично. Какие новости? Пока никакие. Как видишь, купил машину, построил дом. Поздравляю. Ты все еще на этой работе? Да, конечно. Работаю на всю мощь. Ты бы мог вернуться. Нет. Мне бизнес по душе. Колледж не для меня. Оказывается, твоя дочь заболела. Как она? Да, сейчас лучше. Если понадобится помощь, спасибо, сами справляемся. Мои родители присматривают за ней. Хорошо. Если понадобится помощь, звони мне. Спасибо, Салем. У тебя есть мой номер? Конечно. Береги себя. Ты тоже. Звони в любое время. Хорошо. Родителям привет передавай. Удачи. Счастливо. Как ты, сынок? Как успехи? Нормально, пап? Очень хорошо. Сынок, я давно хотел спросить тебя об одном. Ты... Спасибо. Ты ведь... Занимаешься боксом, потому что я был боксером. Или тебе самому интересно? Почему, спрашиваете? Не отвечай вопросом на вопрос, сынок. Ну, и то, и другое. Ясно. Значит, определился. Да, определился. Когда вы не смогли стать чемпионом, многие смеялись над вами. Вот увидите, папа, я и ради вас стану чемпионом. Молодец. Так держать. Я верю в тебя. Если бы ты тогда не сломал руку, смог бы победить чемпионат.
К несчастью, все вот так вот вышло, и все закончилось. Ладно. Ты обязательно станешь чемпионом. И я буду так гордиться тобой и говорить всем, вот мой сын чемпион. Я верю в тебя. Папа, я вам обещаю, ваши мечты обязательно сбудутся. Запомни, сынок. Если мужчина верит в себя, если у него есть силы и отвага, и у него хорошие намерения, не желает никому зла, он всего добьется в этой жизни. Ты меня понял? Да, папа, понял. Ассалам. Ассаламу алейкум. Валейкум ассалам. Садитесь. Здравствуйте. Проходите. Извините, у меня пару слов ребятам. Это касается девушек. Махинур, Азиза. Вы обе будете участвовать на конкурсе. Только ты по творческому направлению, а ты по литературе. С правилами конкурса можете ознакомиться в любое время. Я вам с удовольствием объясню, хорошо? После занятий обязательно выделите время на ознакомление. Спасибо вам. Удачи, ребята. Удачи вам. Я очень рада за вас, Махинур, Азиза. Держитесь. Махинур, ты по какому направлению участвуешь? По литературе. Очень хорошо. А ты, Азиза? А я... Я по творчеству. Отлично. Открою вам секрет. Только та девушка, которая сможет показать весь свой талант, обязательно выиграет конкурс. Правильно? Ну, хорошо. Но есть и такие, которые считают себя самыми умными, талантливыми и сидят, сложа руки. Вот увидишь, я выиграю. Не обращай внимания. Девушки, прекратите. Ну что за поведение? Вам не стыдно? Время покажет, кто победит, а кто проиграет. Договорились? Время покажет. Да, правильно. Да, да. Что мы проходили в прошлый раз? Кто скажет? Азиза, что случилось? Они такие непослушные. Не делают домашнее задание, вообще не слушаются. Для них я пустое место. Не понимаю, может, они считают меня новичком, поэтому... Вы лучше вернитесь к уроку, я сам поговорю с директором. Бесполезно. А может, мне самой с ней поговорить? Вы... Ума не приложу. Вы вернитесь к уроку, а я же говорю, я сам разберусь. Думаю, я так больше не смогу. Алло, Зарифа, это ты, дочка? Да, хорошо. Да-да, все хорошо. А как ты сама? Да. Да, слушай. Послушай меня, дочка. Мне плохо. И твои дети очень скучают по тебе. Да. Возвращайся поскорей, доченька. Ухаживай за ними сама. Я уже не справляюсь. Да, ты должна вернуться как можно быстрее. Эти расходы. Здесь тоже можно найти работу. Сможешь нормально зарабатывать. Ну ладно, будем тебя ждать. До скорой встречи. Мама позвонила.
когда вернется? Скоро вернется, солнышко. Брат тоже обрадуется. Ты моя умница. С мамой все вместе пойдем в парк, а потом вернемся домой. Мама скоро вернется, и все будет хорошо. Все трудности пройдут. Все будет отлично, как старые добрые времена. В последние дни дочка плохо себя чувствует. Ей часто не хватает воздуха, поэтому хотел с вами проконсультироваться. Что мы должны делать? Хотел обратиться к опытному врачу. Нигора Ахмедовна посоветовала мне вас. Ясно. Сколько лет вашей дочери? Недавно исполнилось 5. Раньше с ней случалось такое? Нет, это впервые. Она быстро утомляется? Да, так и происходит. Раньше такого не было. Тогда сделаем так. Вы лучше приведите ее ко мне. Я тщательно осмотрю ее и постараюсь поставить диагноз. Вы должны сдать анализы. Исходя из результатов анализа, я вам скажу ответ. Договорились? Хорошо, я ее приведу к вам. Хорошо. Всего хорошего. Спасибо, доктор. Удачи. Счастливо. Мохинур, сегодня твой преподаватель по истории зашел ко мне после занятий. Что ты ему сказала? Понятия не имею, мама. Ты сказала, что ты победишь конкурс. Причем на глазах у всех. Мама, Азиза заставила меня так сказать. Я просто хотела, чтобы она расстроилась. Тоже мне расстроилась. Наверное, все студенты об этом и говорят. Победит мамина дочка на этом конкурсе. Я не для тебя организовала этот конкурс. Городское управление по образованию организовало этот конкурс для талантливых. Я знаю, мама. Если знаешь, почему ты такое наговорила? А? С тех пор, как объявили о конкурсе, она постоянно твердит: ты дочь директора. Все будут голосовать за тебя и за твоей мамы. Всякое такое. Мне просто все это надоело. Сегодня перед всеми опять так сказала. А что тут плохого, мама? Много плохого. Слишком много плохого. Все по-разному поймут, доченька. Надо было подумать о последствиях. Сейчас и так многие пишут жалобы на меня. У меня по горлу проверяющих, доченька. Вместо того, чтобы учить детей, даю им отчет день и ночь. Пожалуйста, подумай и обо мне тоже. После твоих слов увидим еще. Сколько крыс напишут против меня, обвиняя меня за подкуп первого места. Я не против твоей победы. Учись и выиграй. Только не обязательно трубить об этом. Почему ты так сделала? Думай, что говоришь, доченька. Думай о своих поступках. Разве я тебя этому учила? Почему ты не думаешь обо мне? К черту все эти сплетни. Я в этом уверен. Он связался с плохими парнями. Кто-то его сбивает с пути. Я знаю, у него дюжина таких друзей. Они во всем виноваты, я ему каждый день объясняю. Он у меня был таким хорошим. Всегда слушался меня, я всегда мотивировал его к учебе. Так привязался к деньгам. Я так хотел, чтобы он продолжил мое дело. Но он так полюбил деньги. Кто-то точно сбивает его с пути. Ты тоже поговори с ним. Так хочу, чтобы он продолжил это дело. Он очень умный, смышленый. Что скажешь, Уткерджон? Все наладится. У него нет вредных привычек. Нет, нет, никаких. Тогда ничего страшного. Не пьет, не курит. Нет, нет. По-моему, нет никаких проблем. Мне не нравятся люди вокруг него. Да,
Ты разузнай этих подлецов. Я им такое покажу. Вы не переживайте. Все наладится. Хорошо, утка Джон, спасибо тебе. До свидания. Эх. Гладишь? Да, мамочка. И эту погладь. Только что высохла, в садик оденет. Хорошо. Как проводите время? Дорогой, читай вслух, пожалуйста. Мне тоже интересны мировые новости. К чему тебе мировые новости? Все новости сперва услышат женщины, а потом эти новости издаются в газетах. Ты все эти новости давно услышала от своих подруг. Все равно читай вслух. Папа, в газетах пишут мировые новости. Откуда маминым подругам знать о них? Они прекрасно знают. Если нужно, они узнают все, что происходит под землей, над землей и в небе. Не веришь? Нет. Я тоже не верю. Смотрите, я сейчас вам докажу свою правоту. Дорогая, ответь. Так. После землетрясений в Атлантическом океане, в американском материке и в некоторых африканских странах произошли наводнения, и эти государства были вынуждены эвакуировать свое население. Конечно, так и произошло. На днях одна моя подруга как раз об этом и говорила. Произошло страшное наводнение, и все дома остались под водой. И власти были вынуждены эвакуировать своих граждан. Слава богу, у нас таких бедствий не происходит. Даже думать страшно об этом. Вот видишь, доченька, они обо всем знают. Угу. Согдиана, привет! Как дела? Хорошо. Хочешь яблоко? Да, спасибо. Вкусное, да? У нас в саду растут. А хотите услышать стишок? Яблоко с ветки в траву упадет, яблоко с ветки ежик найдет, яблоко ежик домой принесет, крошкам ежатам на терке натрет. Хороший стишок. У моего дедушки большой сад. Вместе тоже сходим, да? Конечно. А хочешь бублик? Я тоже люблю бублики. Вкусное яблоко, да? Очень. Слаще даже меда. Да, очень вкусное. Где чай? Дочка заварила? Сейчас, я ей сказала, заваривает. Папа, я не понял эту задачу. Помогите, пожалуйста. Которая? Вот это. Ну-ка. Угу. Так, 5 умножим на 7. Сколько будет? 7 и 5. 35. Так. Так. Ты все правильно решил, сынок. Молодец. Ты у меня такой умница. Когда вы мне помогаете, я быстро решаю. Так, докончи и эти задания. Потом я проверю их, хорошо? Хорошо. Иди, сынок. Если что, спроси у сестры. Хорошо, папа. Кстати, почему Эльюра опаздывает? Где он? Он тебе сказал, куда пойдет? Нет, не сказал. Наверное, опять в мастерскую. Тебе лучше поговорить с ним. Ладно, пускай работает там. Не беспокойся. Это пойдет ему на пользу. Ему пора повзрослеть. Думай о своей репутации. Что подумают знакомые? Хм,
наши знакомые. А что с ними? Это же стыдно. Чего тут стыдиться? Он работает, честно подрабатывает. В тот день разговаривала с подругами, а он говорит: «Мама, я иду в мастерскую. Мне не нужен такой позор». И еще одна подруга спрашивает: «У вас финансовые затруднения?» Смеялась надо мной. Мне было так неловко. Если он опять с прежними ребятами будет ходить по кафе, у него будет хорошая репутация. Думаешь, я именно такого хочу? Во всем виноват его учитель. Ты лучше пойди к этому учителю и поблагодари его. Он помог ему сделать правильный выбор. Пускай трудится. Это пойдет на пользу. Я переживаю за твою репутацию. Хочу, чтобы он делал домашние задания, учился. Ладно, ладно. Как только он вернется, я поговорю с ним. Здравствуйте. Здравствуй, доченька. Пришла, доченька. Проходи. А брат пришел? Да, пришел, умывается. Сейчас переоденется и выйдет. Вот, заварила крепкий чай. Спасибо. Как хорошо, папа. Все нормально? Здравствуйте, папа. Здравствуй. Здравствуй, проходи. Сынок. Садись. Как дела? Отлично, пап. Почему опоздал? Это, сегодня дел было много. Наш шеф попросил меня остаться с ним и поработать немного. Вот и опоздал. Мы, конечно, рады, что ты работаешь. Но ты должен думать еще, как поступить в институт в будущем. Ты готовишься? Я уже подумал об этом, пап. Собираюсь посещать репетиторов. Хорошо. Ну, а физически ты успеешь? У нашего преподавателя есть аудиоверсия всех его книг. Буду слушать лекции и одновременно делать работу. Точно справишься? Конечно. Я тоже хочу стать историком, как наш преподаватель. Это хорошо. Учись изо всех сил. Время все покажет. Не связывайся с теми бездельниками, хорошо? Спасибо большое. Не за что. Удачи вам. Дядя, меня тоже научи. Сейчас, подожди, справлюсь с этим. Брат, не устаешь? Нет. Молодец, подметаешь? Ты хорошенько подметай и эти места, хорошо? Абдрахман, все закончил. Осталось немного. Давай, смелей. Ой, мама пришла! Ой, мама! 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 Доченька, я так соскучилась, мама! Доченька! Здравствуйте, мама! Иди ко мне, сыночек. Назанын? Назанын, выходи, сестра вернулась. Мама, как вы добрались? Мама, здравствуйте. Бабушка, мама вернулась. Наконец-то вернулась. Так соскучились по тебе. Мама, я тоже. Как ты? Хорошо доехала? Да. Моя дорогая сестренка, как ты? Здравствуй, брат. Хорошо доехала? Да, спасибо. Ну, рад тебя видеть. Здравствуйте. Здравствуй, Наргиза, как ты? Хорошо, спасибо. Вот и ваша мама дома. Красавица, как ты? Как все хорошо. Доченька, не замучилась в дороге. Тебя так не хватало. Добро пожаловать. Особенно твоим детям. Пошли, дети. Мы так рады, что вы вернулись. Доченька моя. Ну, все там? Давай, я опаздываю. Сейчас. Где моя папка? Портфель готов? Да, сейчас. Не забудь положить документы обратно. Все положи. Смотри, чтобы не осталось ни одного. Хорошо. Они все важные документы. Папа, нас тоже подвезите. Сынок, я и так очень опаздываю на работу.
Папа, сегодня мы с классом поедем в театр. Дайте денег, пожалуйста. Да? Что за спектакль? Чук и Гек. О, Чук и Гек. Это же старое произведение. Могли бы поставить что-то новое. Ты тоже поедешь с ней, да? Да. Если вы смотрели в детстве, мы еще не смотрели. А для нас совсем он новый. Твой портфель. Готов. Ага. Пускай поедут. Да, дай да, им денег. Конечно, там. Совсем забыл. Как успехи в учебе? Да, хорошо. Брат, я ухожу. Отлично, удачи в учебе. А деньги? И про тебя забыл. На. Возьми. Спасибо. А это тебе, дочка. Спасибо, хорошего папа. Дня. Приятного просмотра. Хорошо. Как твоя учеба? У нас новый учитель по истории. Он очень строгий. Да. Очень. Строгость — то, что надо для подростков. И вы будете стараться учиться как можно лучше. Так ведь? Он и так заставляет нас учиться. Ну, молодец. Так и нужно. Ну, ладно. Хорошо. Не опаздывайте. Хорошо. Будьте осторожны, когда переходите дорогу. Идите все вместе, и ты возьми их за руку. Ну, хорошо, идите. Последи за ними. А то опоздаете. Пока. Идите. Хорошего дня. До свидания. Все. Хочешь мне что-то сказать? Могу идти? Дорогой, знаешь, как бы сказать... Ты будь с Маликой построже. Нельзя давать ей столько денег. Просто ставь границы. Еще скажи ей, пусть она немного мне помогает, когда дома. Хорошо? Пожалуйста, скажи ей. Она не помогает, что ли? Могла бы сама сказать ей это впрямую. Могу, конечно. Но если я скажу, потом... Что потом? Она может обидеться. Угу, ясно. Но если ты скажешь, все будет по-другому. Ладно, подумаю. Как только вернусь с работы. Хорошо. Я пойду. Приятного дня. Спасибо. Тебе тоже. Пока. После того, как вы узнали, что ваша дочь больна, естественно, вам были нужны большие деньги. Вы даже в такой период не задумались поменять работу? Ваша любовь к своей работе выше, чем вашей отцовской любви, так? Иногда я так загружаюсь в свои дела, повседневную рутину, что не могу толком уделять время своим детям. В такое время судьба сама напомнит тебе о твоем ребенке. Знаете, наш каждый день... Это воля Всевышнего. Пока люди живут на этом свете, они всегда поддерживают друг друга. В свои трудные дни я доверяю своим родным. Но, оказывается, они не все могут быть опорой в такие времена. Ясно. Теперь все ясно. Так. Подойди-ка ко мне, зайка. Иди. Ну как ты, сладкая? Хорошо. Как ты себя чувствуешь? Как тебя зовут? Сагдиана. О, у тебя очень красивое платье. Кто купил? Папа. Папа купил? Ты любишь папу? Я их обоих люблю. Я сейчас тебя смотрю. Так, дыши глубоко, хорошо? Хорошо. Ну-ка. Больно? Нет. Угу. А здесь? Ой. Угу. Ясно. Все. Иди ко мне, доченька. Иди, иди к маме. Что с ней, доктор? Так, вы пока прогуляйтесь на свежем воздухе, а мы с папой поговорим. Хорошо? Подождите меня. Скоро выйду. Хорошо. Пошли, дочка. Доктор, что с ней? Скажите мне правду. Не стану тянуть. У нее врожденный порок сердца. Врожденный порок сердца? Да. Ей уже 5. Это же должно было выявиться при рождении. К несчастью, не всегда так бывает. Эта болезнь выявляется даже в среднем возрасте. Иногда сразу после рождения, иногда к годику, в 10 лет.
всегда по-разному. Если ребенок часто болеет, простужается или слабый, это может быть симптомом этой болезни. Теперь ясно. Так, что будем делать, доктор? Надо немедленно сделать ей операцию на сердце. Тогда ей станет лучше. Постарайтесь скорее лечь в больницу. Как насчет ее лекарств? У нас есть многие лекарства. А те, которых нет у нас, я вам выпишу. Купите из другой аптеки. Доктор, буду с вами откровенен. Сколько нужно для операции? Точно не знаю. Но мы вам поможем изо всех сил. С прескурантом можете ознакомиться позже. Девушки вам объяснят. Хорошо. Постараюсь найти нужную сумму. Сегодня пятница. А можно лечь в понедельник? Конечно, можно. Чем раньше начнем лечение и процедуры, тем быстрее подействует и сделаем ей операцию, тем лучше для вашей дочери. Я вас понял. Спасибо вам. Мы придем в понедельник. Хорошо, берегите себя. Спасибо, пожалуйста. Папа, знаете, кем я хочу стать? И кем же хочет стать мое солнышко? Хочу стать банкиром, как вы. Ого, почему именно банкиром? Может, станешь учительницей, как твоя мама? Ни за что. Постоянно люди приходят к маме с жалобами. Ей не дают покоя даже дома. Она с нами не делает уроки. Она постоянно занята. Ах, доченька моя. Вам очень легко, папа. Считаете деньги, сдаете эти деньги государству, а остальное приносите нам. Кто тебе сказал, что оставшиеся деньги я приношу вам? Азиз так говорит. Азиз, ты так сказал? А? Бедный Диор. Из-за нас подрался. Он такой смелый. Он даже не побоялся старших себя. Ты опять заступаешься за него. Бедный Ромео. Заботливая Джульетта. На самом деле так вышло из-за вас. Действительно, так вышло из-за вас. А с чего это из-за нас? Они сами пристали к нам. Где тут наша вина? Мне надо было им ответить. Правильно. Лишь бы их не отчислили из колледжа. А вдруг их посадят? С ума сошли. В худшем случае их поругают. А насчет колледжа, мама Махинуру, наверное, заступится за них. Мама сама знает, что делать. А что тут обидного? А почему она обиделась? Она так разозлилась. Ну ладно, пошлите. Здравствуйте, папа. Здравствуй, сынок. Здравствуйте, папа. Здравствуй, дочка. Как вы, папа? Неплохо, спасибо. Сходили к врачу? Да, сходили. Что доктор сказал? Доктор ее осмотрел. Мы с Агдианой вышли на улицу, а дальше Уткир поговорил с доктором. Что дальше? Доктор осмотрел ее. Сделали МРТ. Еще сделали кардиограмму. У Сагдианы врожденный порок сердца. Боже мой. Что теперь будет с моей дочкой? Не беспокойся. Сделают ей операцию, и все пройдет. Доченька, все будет хорошо. Через 2 дня, в понедельник, ляжем в больницу. Не переживай, дочка. Мама, что с ней будет? Все будет хорошо, вот увидишь. Доктор сказал, что если немедленно сделать ей операцию, опасность минует. После операции она точно выздоровеет. За что такое испытание моей бедной внучки? Господи, помилуй ее. Возьмите себя в руки.
Мы должны торопиться. В понедельник ляжете в больницу. Да, папа, обязательно. А ты с работы возьми без содержания. Ты должна быть рядом с ней. Да, возьму. Я буду рядом с дочкой. Обязательно. Дочка, не переживай. Все плохое останется позади. Господь помилует нас. Дай Бог, мама. Ты когда получишь зарплату? Недавно ведь получила. Теперь в конце месяца. Может, у папы попрошу? Нет, не нужно его беспокоить сейчас. Сначала я посоветуюсь с друзьями. Может, у кого-то одолжу деньги. Вечером еще поговорим. Хорошо. А ты пока побудь дома. Мохинур. Здравствуйте, мама. Здравствуй. Сумку возьми. Принеси таблетки мои. Сейчас. Сердце сжимается. Мама, вот таблетки. Иду из милицейского участка. Мама, парни ни в чем не виноваты. Что? А ты откуда знаешь? Я тоже там была. В этом есть и моя вина. Они из-за тебя подрались? Нет, из-за Интизора, из-за Азизы. Но это уже не важно. Самое главное, наши однокурсники ни в чем не виноваты. Еще как важно. Интизор сама глазки им строила. Об Азизе не может быть и речи. Но мама... Что мама? Мама! Ну, пожалуйста, мамочка. Вы только не расстраивайтесь. Я вам все объясню. Не нервничайте. Что я буду делать, если у вас повысится давление? И вдруг заболеете? Вы умеете только расстраивать и делать мне больно. Не говорите так, мама. Валяй. Объясняй, что произошло с самого начала. Мы вышли из колледжа, и все девушки собирались по домам. Дальше? К нам приближались незнакомые ребята, начали приставать к нам, и девушки ответили им. А наши ребята заступились за нас, они просто хотели нас защитить. А потом парни начали драться. Вот и все. Надо было решить все без драки. Но как, мама? Они были уличные парни, с ними невозможно было договориться. Вы же не маленькие дети. Смогли бы все решить мирно. Вот тебе последствия. Брожу из участка в участок. Господи, что мне делать? Ну что теперь будет? Что будет? Как успехи в творчестве? Все хорошо, спасибо. Как ты сам? Нормально. Оказывается, у тебя дочь заболела. Что с ней? Да, так вышло. Прошло уже 2 месяца, как мы узнали об этом. Сейчас ей нелегко. Такова судьба. Врачи говорят, что вся опасность пройдет после операции. Нужно много денег. Я пришел к тебе за помощью. У нас сейчас финансовые затруднения. Поэтому сможешь ли мне одолжить нужную сумму? Я верну как можно скорее. Пойми, у меня сейчас нет возможности
Я бы с радостью помогла, но... Не могу. Ясно. Извини за беспокойство. Ничего страшного. Счастливо. Удачи. Алло. Не заждалась? Один родственник пришел за помощью. Попросил денег, как будто в банк пришел. Пятый или четвертый эпизод, а? Третий, по-моему, третий эпизод. Что будем делать? Юристы утверждают, что мы должны продать все облигации фирмы. Следующий эпизод. Юристы говорят, что нужно оплатить все долги. Посмотри на это. Хорошо, Норман. Привет. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, брат. Здравствуй. Не помешал? Нет, как вы? Хорошо, как вы сами? Нормально. Хотел поговорить с тобой наедине. Да, пожалуйста. Сейчас можем? Да, можем. Мы с братом хотели поговорить. Извини, что отнимаю у тебя время. Ничего страшного. Шокжихон, у меня дочка серьезно заболела. Надо сделать операцию. А на операцию нужна большая сумма. Порядка 50 или 60 миллионов. У нас сейчас тяжелый период. Не хватает 10-15 миллионов. Если у тебя есть возможность, одолжи мне немного... На 2-3 месяца, потом обязательно верну. Недавно я сделал большие расходы. Дай подумаю, я тебе позвоню. Хорошо? Ладно, подумай, созвонимся. Ладно, ты не переживай, буду ждать твоего звонка. Все, понял, спасибо за понимание. Ладно, не буду отнимать у тебя время, поговорим. Хорошо, береги себя, удачи. Хорошо, так, держать. Хабибулла, тебя спрашивают. Привет, брат. Привет, Уткир. Как ваши дела? Хорошо, как у тебя? Нормально. Не побеспокоил? Извините, я побеспокоил вас. Хотел посоветоваться. Слушаю. Моя младшая 3-летняя дочь? Ага. Она серьезно заболела. Собираемся сделать ей операцию на сердце. Вы бы меня очень выручили, если бы одолжили мне немного денег. Операция будет через 4 дня. Ясно, дай мне подумать, созвонимся. Если что, я позвоню вам. Хорошо, не беспокойся. Береги себя. Спасибо, брат, удачи. Дорогой, позови сантехника. Ты меня слышишь? Снизу четвертая, а сверху вторая буква О. Не знаю. Что ж это за слово такое? Не знаю. Имя самой знаменитой актрисы. Не знаю, понятия не имею. Ты никогда ничего не знала. Хорошо, что я женился на тебе, потому что я и сам ничего не знал в то время. Скажи мне спасибо. Спасибо еще раз. Да. До конца дней своих буду тебе служить. Если бы не я, никто бы не женился на тебе. Все, закончил? Закончил. А теперь вставай. Почини смеситель, лампочку. Не обязательно вызывать сантехника. Ты и сам сможешь это сделать. Поставь свои газеты на место и займись хозяйством, дорогой. Хватит уже кроссвордов. Слушай меня. Когда ты перестанешь ворчать, тогда и вода перестанет капать. Добрый день. Добрый день. Очень хороший день. Нечего морочить мне голову. Ты лучше приказывай своему сыну. Всегда говоришь: «Шасалим, попей свой чай, покушай, иди поспи, Шасалим». Дорогой, вставай. Займись хозяйством. Иди туда, иди сюда. Он даже выше меня. Почему ничего не делает? Пусть он занимается. Он всего лишь на 3 года младше меня. Он даже выше меня.
Мама, что с папой? Я просто попросила его починить смеситель. Ты тоже не знаешь такие вещи, сидишь и глазами моргаешь. Если бы ты знал, я бы не услышала такого. Вы о смесителе в ванной? Да, конечно. Иди... Да, и любуйся своим смесителем. Ни единой капли. Правда? Умница ты мой. Золотой ты мой. Да. У твоего мужа золотые руки, бриллиантовые руки. Неужели? Конечно. Я же со смесителем 2 часа возился, только что починил. Вчера купил новый, а вот и сегодня установил. Да? И что с того? Не смог придержать язык ради своего отца, а? Давай, выходи. Где мы, мама? Давай, зайка. Это последний раз. Нет, не хочу. Почему? Доченька, это в последний раз. Обещаете? Обещаю. Ну-ка. Сейчас зайдем, да, и все больше не будем. Угу. Правильно? Пошли. Нет, не пойду. Потом купим тебе все, это что захочешь. Это в последний раз. Договорились, доченька? А потом ты выздоровеешь. Пошли. Ассаламу алейкум, бабушка. Ты мой любимчик. Как прошли уроки? Проголодался? Давай. Попей чаю. Как здорово, что вы дома. Не приходится ждать у двери. Ты мой умник. У мамы дела. Твой брат в колледже. Без тебя и мне будет очень скучно. Ну, давай, угощайся. Бабушка, как только поем, я книгу вам почитаю. Да, я тебя поцелую. Ты мой заботливый. Бери шоколадку. Здравствуйте, мама. Здравствуй, дочка. К чему вы учите своего любимчика? Любви, дочка, заботе. Мама, было бы хорошо, если бы поехали к старшему сыну или к дочке на пару дней. Когда вы рядом, мы не можем ругать детей, а они становятся непослушными. Дочка, ругать – это не выход. Воспитывай их с любовью, с терпением. Дети любят доброе слово, дорогая. Когда вы рядом, ваш сын толком не может поругать даже Эльора. Если бабушка уедет, я тоже уеду. Ты мой защитник, иди ко мне. А ты не перебивай меня. Вот видите, из-за вас он со мной ругается, а вы его защищаете. Давите на жалость. Хорошо, дочка. Для меня самое главное – это ваше счастье. Когда вы собираетесь меня подвести? А почему это я должна? Позвоните своему старшему и скажите, что вы здесь соскучились. Ну ладно, дочка, все ясно. Мухаддинджан, найди мне дядин номер. Вы оставляете меня? А кто будет мне открывать дверь, если вы не будете дома? Внучок мой, найди-ка номер. Вот, зовет. Сынок, здравствуй. Не побеспокоила? Ты на работе? А, как сказать, мне хочется к вам поехать. Увези меня, пожалуйста, сынок. Я просто по внукам очень соскучилась. Да? Хорошо. Ладно, буду ждать, сыночек. А ты мой внучок? Слушай маму. Веди себя хорошо, ладно? Вы уйдете без меня? Скажи папе, в воскресенье он тебя подвезет к дяде. Надоело уже. Еще не ушла, а уже думает вернуться. Сыночек ты мой,
Сладкий мой. Мама, когда мы уйдем домой? По дому соскучилась. Осталось совсем немного. Полностью выздоровеешь и вернемся домой. Больше не вернемся. Хорошо. Вот и все, красавица моя. Привет. Вот и папа пришел. Как моя принцесса? Хорошо. Поздоровайся с папой. Здравствуйте, папа. Здравствуй, солнышко. Как настроение? А? Да, хорошо. Капризничает, не пьет таблетки. Да? Да. Почему ты так делаешь? Надо принимать их вовремя, милая. Ладно. Договорились? Хорошо. Тебя доктор спрашивал. Угу. Может, зайдешь к нему? Да, конечно. Сейчас же зайду, а вы пока посидите. Хорошо. Я мигом. Угу. Да, иди ты выпей ко мне. Таблетки. Я быстро, хорошо? Хорошо, а мы немного отдохнем. Я сейчас. А потом зайдешь к нам, да? Да, конечно. Иди сюда, доченька. Дайте две лепешки, пожалуйста. О, здравствуйте. Хорошо, одну минутку. Абдурахман, пойди сюда. Привет, Нигора. Как ты? Хорошо, спасибо. В магазине около вашей махали продаются же лепешки. Свежие и горячие лепешки другие. Ну ладно. Ладно, заходи. Пока. Эх, Абдурахман, ты ничего не понял? Она же специально у нас покупает, чтобы увидеться с тобой, а ты ей такое говоришь. Да бросьте. Наивный ты, малый. Она, видимо, очень хитрая девушка, каждый день приходит. Вовсе не так. Эх, молодежь. Бросьте, брат. Можно я сегодня пораньше уйду? Что случилось? Бабушка болеет. Хотел ее навестить. Хорошо. Только успеешь... замесить тесто к утру. Да, конечно, успею. Ладно. Ой. Слушаю. Кярамджан, это вы? Дочка от Кира? Что? Попала в кому? О, боже. Сейчас же немедленно отправляю. Прошу вас, сделайте все, что в ваших силах. Пожалуйста, она должна выздороветь. Сейчас же скажу ему. Господи. Уткирджон, на минуту. Да. Угу. Здравствуйте, Нигора, мама. Давай. Только что позвонили из больницы, Уткирджон. Вы немедленно должны поехать к дочери. К дочери? Что с моей дочкой? Успокойтесь. Но езжайте быстрее. Ладно, я должен поторопиться. Пусть коллеги присмотрят за ребятами. Да-да. Я их отпущу домой. Фируза? Пришел. Что случилось? Наша дочка, она... Что с ней? Не знаю. Спокойно сидели. Вдруг начала дрожать и потеряла сознание. Что с ней теперь будет? Врачи увели ее в реанимацию. Успокойся, я сам с ними поговорю. Что будет с моей дочкой? Успокойся, возьми себя в руки. Здравствуйте, доктор. Здравствуйте. Как моя дочь? Что с ней? Скажу вам открыто, ей сейчас очень плохо. Вдруг ей стало плохо. С людьми с такой болезнью часто так происходит. Мы немедленно должны делать ей операцию. Но вы же сказали, что рано на операцию.
Да, так и было. Но внезапное изменение ее здоровья заставляет нас так поступить. Поймите, жизнь вашей дочери под угрозой. Нет, господи! Доктор, мы согласны на операцию. Спасите ее жизнь. Умоляю вас. Мы сделаем все, что в наших руках. А вы пока оформите все нужные документы. Да, обязательно. И спасите мою дочь. Пожалуйста. Возьмите в руки. Мне страшно. Я займусь оформлением. Все будет хорошо, дорогая. Не переживай так. Я быстро. За что мне это испытание? Дочка. Доченька. Мама, когда пришли? Иди поиграй. Потом поговорим. Алло, привет, как ты? Как дети? Мама, как дела? Тихо, как поживаешь? Нет, муж вот-вот вернется с командировки. Нет, обязательно пойду. Конечно, пойду, свекровь тоже у старшего сына. Мама! Тихо. Ну ладно, хорошо. Обязательно. Пока. Мама, я очень проголодался. Возьми еду с холодильника и поешь. Бабушка всегда подогревала мне еду. Бабушка, бабушка, чего ты привязался к ней? Слушай, ты чуть не опозорил меня перед отцом. Мы же отправили ее, чтобы вам было лучше. А я хочу жить с бабушкой. Иди, нечего морочить мне голову. Он хочет жить с бабушкой. Надо же. Эй, хаят, сен не десень хаммасига хоб хаят. Sendan hali umidlarim ko'p hayot Berganiga shukr arzim yo'q hayot Sen ne desang hammasiga xo'p hayot Yig'lab-yig'lab orzuqshin osmonlarga uchirdim Sen kuylatgan qo'shiqlarni yuragimdan ko'chirdim Goh kimlardan uzr so'rab, goh kimlarni kechirdim. Sen ne desang hammasiga xo'p hayot. Ey hayot, sendan hali umidlarim ko'p hayot. Berganiga shukr arzim yo'q hayot. Sen ne desang hammasiga xo'p hayot. Ey hayot. Sendan hali umidlarim ko'p hayot Berganiga shukr arzim yo'q hayot Sen ne desang hammasiga xo'p hayot Hayot kimga dur gulzor kimdir o'ynar ko'pkari Bolasi bor odamni farqlamasdim ilgari Shartlaringga tez ko'ndim jajji bolasingar Sen ne desang hammasiga xo'p hayot Kimdir kimga g'animat kim keyin kim ilgari Sen ne desang hammasiga xo'p hayot Ey hayot sendan hali umidlarim ko'p hayot Berganiga shukr arzim yo'q hayot Sen ne desang hammasiga xo'p hayot Ey hayot Sendan hali umidlarim ko'p hayot Bilmaganim bilganimdan ko'p hayot Sen ne desang hammasiga xo'p hayot Thank you.
shavqat bo'lar, sinov bergan dardlarning malhami toqat bo'lar, sog'lik bo'lsa qotgandan ham eng shirin ovqat bo'lar, belimizda belbog' bor, yig'lasak uyat bo'lar, sen ne desang hammasiga xo'p hayot, sen ne desang hammasiga xo'p hayot, ey hayot, sendan hali umidlarim ko'p hayot, berganiga shukr arzim yo'q hayot, bilmaganim bilganimdan ko'p hayot, ey hayot, sendan hali umidlarim ko'p hayot, sen ne desang hammasiga xo'p hayot, sen ne desang hammasiga xo'p hayot. Здравствуйте, мама. Здравствуй, дочка. Мама, чай. Где Мухаддин? Я думала, вы его приведете. Я не знала, что вы занята. Если бы я знала, я бы сама привела его домой. Господи. Уже 17:30. Позвони Эльору. Где его носит? Где он пропадает? Сейчас. И где его носит? Алло, Эльор, ты где? Ты взял Мухаддина из школы? Нет, его нет дома. У соседей тоже нет. Ну ладно, возвращайся быстрее. Где он ходит? Эльор не взял его. Они меня заживо покончат. Ну что нам делать? Ты лучше иди, спроси у соседей. Может, кто-то видел его. Иди. Да вряд ли, мама. Ладно, спрошу. Он всегда чего-нибудь затевает. Привет, чувак. Это ты, Даниор? Да, это я. У нас к тебе разговор. Полезай в машину. Здесь поговорим. Выкладывай. Участвуешь в чемпионате? Да, участвую. Короче, дело такое. Ты должен нам помочь. Понимаешь, да? Что за помощь? Ты должен проиграть нашему братану на ринге. Мы тебя порадуем за это. А что будет взамен? А чего ты хочешь? Ты сначала скажи, стоит ли это проигрышу? Машина Малибу, новенькая, согласен? Нет, этого мало. Ого, ты не слишком переоцениваешь себя. Да, я такой дорогой. А ты знаешь, сколько мой тренер трудился за меня, за мою победу? Тебе не понять этого. Слушай, ты не спеши отказываться и не умничай. Сначала хорошенько обдумай все, хорошо? У тебя еще все впереди. А то что? К черту тебя. Шеф, он не согласился. Компромисс всегда обходится дороже, чем любая из альтернатив. Вы сами хотели, чтобы я спокойно обошелся с ним. Вот и дослушал его. Я бы знал, как с ним поступить. Если это твое спокойное обращение, не знаю. Короче, мой сын должен выиграть этот бой. Понял, будет по-вашему. Заставь его пойти на компромисс. Если согласится, ему самому будет хорошо. Иначе... Он попрощается со спортом навсегда. Сделайте, что хотите, лишь бы победа была за моим сыном. Будет, как вы сказали. Поговори с его тренером. Понял. Мальчик,
Ты почему здесь сидишь? Здравствуйте. Что ты здесь делаешь? Я потерялся. Как это потерялся? Очень долго ходил, соскучился по бабушке. Она у дяди сейчас. А ты знаешь номер своих родных? Да, я знаю номер моего брата. Давай, говори. Мы ему позвоним. И он тебя заберет домой. На сегодняшний день с какими своими успехами вы больше гордитесь? Сегодня мужчины-учителя очень редко встречаются. Как вы думаете, стоит ли гордиться тем, чего вы добились? Честно говоря, я не хочу этим хвастаться или гордиться. Я выбрал эту профессию не потому, что хотел казаться смелым или похвастаться собой, а чтобы воспитывать образцовое будущее поколение нашей Родины. Вот это и есть моя цель. Думаю, я хотя и немного добился этого. Например, наш студент Дерджон стал чемпионом по боксу. А еще Ильёр чуть не стал уличным хулиганом, но мы смогли его вовремя остановить. Таких примеров очень много. Вот это и есть настоящий успех. Вы меня понимаете? Такова была моя цель. С самого начала. Мое намерение не было доказать людям, что я хороший учитель, а остаться настоящим учителем до конца. Стать преданным служащим этого направления. Как истинный учитель, стать ценным наставником своих учеников. Каждый год, каждый месяц, даже каждый день показывать хорошие результаты. Для меня это самое главное. Большое спасибо. О, наш чемпион вернулся. Дай рюкзак. Чемпион, как прошел полет? Привет, мои дорогие. Как вы? Отлично. Как ты сам? А мы знали, что ты победишь. Спасибо вам. Крепче, крепче. Поздравляем тебя. Спасибо, ребята. Чемпион, да, я тоже поздравлю тебя. Как ты? Классно. Поздравляю. Спасибо. Теперь с папой. Здравствуйте, папа. Здравствуй, мой чемпион. Хорошо прилетел. Спасибо, папа. Очень хорошо. Поздравляю, сынок. Ну как рука? Отлично. Все нормально? Да, папа. Теперь пойдем в чайхану. Ребята заждались. Не спеши. Чайхана никуда не денется. Твоя мама ждет тебя с нетерпением. Сначала поедем домой, а потом можешь ехать в чайхану. Да, правильно. Мы чуть не забыли. Поехали. Вы правы. Привет. Привет. Как ты? Хорошо, спасибо. Короче, у меня проблемы. Бизнес провалился. Напарники смошенничали. Как ты сам? Неплохо. Машину продал. Потерял всех клиентов. Короче, обанкротился. Теперь ищу работу. Подумал, может, вернуться в колледж? Я бы с радостью работал здесь. Я тоже давно здесь работаю. Нам нужны мужчины, учителя. Поговорим с руководством о тебе. Ты сможешь проявить себя как учитель. У тебя все впереди. Да и работа совсем не сложная. Ты же учился на преподавателя. Думаю, быстро привыкнешь. Все будет хорошо. Если хочешь, сейчас же зайдем к директору. Вместе поговорим. Хорошо иметь постоянную работу. Я рад, что ты вернулся. Спасибо, Уткер. Очень рад тебя видеть. Давай, сейчас же зайдем. Все будет хорошо. Если снова так сделаешь, никто не будет тебя искать. Понял? Наконец-то! Вот он, мама. Ты в порядке, сынок? Да, мама. Я пришел. Больше так не делай, хорошо? Ведь все равно никого нет дома. Дверь закрыта. Я проголодался. Потом хотел пойти к дяде, но потерялся. Я же оставила ключи нашей соседки. Почему ты не спросил? Я думал, что вы будете сидеть дома, узнав, что я не дома. Ты мой сыночек. Прости меня, дорогой. Мама, может, привезем бабушку домой? Да, она права. Нашелся. Бабушка. Ой, бабушка, наконец-то. Здравствуйте, бабуля. Здравствуйте, бабушка.
Ты мой сладкий, потерялся. Дочка, как ты? Здравствуйте, мама. Как ваше здоровье? Хорошо провели время. Ну что случилось? Я так испугалась. Бабушка, вы не поверите. Мы только что вспоминали о вас, хотели вас привезти домой. Неужели? Да. Да, действительно. Вы мои дорогие. Мама, оказывается, я без вас вообще не справлюсь с ними. Неужели? Правильно, бабуля. Не зря говорят. Без старшего и кибитка негодна. Вы мои родные. Каждый день думала о вас. Так соскучилась. Ты мой сладкий внучок. Бабушка, мы так вас любим. Мой дорогой. И я вас очень люблю. Какими ветрами? Вернулась. Оказывается, без учеников мне очень трудно. Соскучилась по ним. Поняла, что это и есть моя работа. Я проработала во многих местах, но, думаю, не справилась. Не получилось, кажется. Я же говорил вам, наша работа такая. Поначалу кажется тяжелой, но потом не можешь жить без своих учеников. Надо быть терпеливым. А вы бросили все и ушли. Тогда я не понимала, что это мое предназначение, но теперь ни за что не брошу это. Это мое дело. Именно оно мне по душе. Я не могу жить без них. Вот такие дела. Поговорю с директором насчет вас. Если она согласится, можете начинать работать. Интересно, она согласится? Время покажет. Сейчас же поговорю с ней. Если вам повезет, вернетесь к своим ребятам и продолжите свое дело. Было бы здорово. Давайте зайдем к ней. А если бы у вас была возможность, что бы вы сделали, чтобы мужчин учителей стало больше? У меня есть такое намерение на будущее. Хочу открыть частную школу. И количество мужчин и женщин-учителей будет в ней поровну. И таким способом хочу повысить интерес и мальчиков, и девочек к этой профессии. Думаю, девушки выбирают это направление, вдохновляясь своими учительницами. А как насчет парней? У нас много женщин-учителей. Парни не могут подражать своим учительницам. В результате они попросту не хотят выбирать эту профессию. Что может быть похвальным среди мужчин-учителей? Не всегда все учителя могут быть объектом подражания. Чем больше мужчин-учителей, тем больше мальчики будут любить эту профессию. Надеюсь, у меня это все получится. Ну, конечно, время покажет. Ясно. Благодарю вас за приятную беседу. Надеюсь, наш сценарий многим понравится. Удачи вам в творчестве. Большое спасибо. Я очень рад, что вы обратили на нас внимание, поинтересовались нашей деятельностью. Я, правда, очень рад. Спасибо вам. И вам спасибо. Фильм озвучен на студии «Миракл». Yaşnasın insan, hayat kucağında yaşasın insan, hayat zulmet barın kuçmasın insan, bir devlet gel, uzin devlet bir hayat, bir farzant gel, uzin farzant bol hayat. Bırakan kalbimle ayla gün bütün bu dünyaya hiç kim bulalma sustun yarın tırnağı.